Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области ранним утром 14 июня задержали гражданина, подозреваемого в стрельбе в общественном месте. Инцидент произошел в Малаховке. Малаховский отдел охраны, дежурный Чернов. Принял. ГЗ номер 5 на связь. На связи 5-й. От отдела полиции поступило сообщение. Аллея Локтионова, стрельба. Выдвигаемся на место происшествия, соблюдаем меры личной безопасности. Как принял? Принял, выдвигаемся. Это сообщение группа задержания Люберецкого отдела вневедомственной охраны получила, следуя по маршруту патрулирования. На место происшествия экипаж прибыл оперативно. Сотрудниками Росгвардии и патрульно-постовой службы Малаховского отдела полиции на аллее Локтионова был замечен неизвестный мужчина, который попытался скрыться. Погоня продолжалась всего несколько минут. После задержания был вызван на место СОК, следствие оперативная группа, и изъяли оружие. Позже выяснилось, что 30-летний ранее судимый уроженец Северной Осетии оружие похитил у местного жителя в ходе возникшего конфликта. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в полицию. Основная наша задача – это спокойствие граждан, сохранность их имущества и безопасность на улицах, в том числе в парках. В округе несут службу почти 300 сотрудников Росгвардии. На патрулирование территории ежедневно выходят 8 экипажей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.